Здравствуйте, друзья! Я Задорожный Валерий, пастор Евангельской Реформатской Пресвитерианской Церкви города Одессы. И у нас 18 мая в Одессе состоится замечательное шествие в поддержку семьи за семейные ценности. И мы приглашаем всех присоединиться. Это будет шествие многих небезразличных людей, христианских конфессий, все, кому дорога семья, потому что семья – это основа нашего общества, и мы желаем, чтобы наша семья была здоровой, чтобы она была защищенной в нашем обществе. И приглашаем всех 18 мая в 16:00 шествие от Греческой площади.